Все лучше можно. Операцию делала Светлана Львовна. Она всего его там сейчас изрезала. Там у него ж пошло, вот у него все органы в одну эту, говорит, слились. Он шприцом вводится фурацилин. Вот фурацилин. Не говорю, и сам так куда зубается. Сейчас я убью, сейчас выйду. Ну это я знаю, как это, сколько просто надо. Просто сколько надо, 30 кубиков, да, или сколько? Ну вообще, миллиграмм 20. 20, да? Да. Угу. Сантиметров ставили 4 вставлять. Ну, смотри, сейчас будет видно, сколько вставляется. Видишь, вот уперся. Там чувствуется, да? Чувствуется, да. Ну, как? Вот. А водится как, без иголки, да? Да, конечно. А сколько, 30 кубиков, да? Вот смотри, сколько здесь. 10. 10 и еще 10 сейчас. А как он так просто стоит? 20. Я думаю, 20 достаточно. А там дырочка есть, да? Там клапан. Ага. Там клапан. Ага. Вставляется до упора и вводится. Когда оно свободно, чувствуешь, угу, что свободно жидкость сходит. Раз, убрал и все. И вот он, можно подергать его. Угу. Он уже закрепил.